Итак, разбираю дом. В общем, тут около него, тут все везде, все везде посарились. Насобирали кучу железа старого. В общем, порядок наводим, короче говоря. Вот этот мусор, остатки надо вывезти. Мы уже тут много мешков вывезли, потому что их много было. Это уже мусор, который, ну, короче, выбросить надо. Вот там надо будет все собрать, еще вот это все. И потом уже по мере что-то найдем, тоже будем собирать мешки, выбрасывать. Вот этот я металл отложил, он более-менее нормальный, толстый, еще можно куда-нибудь, ну, сдать, использовать. Тут вот толстый металл где-то приварить, доварить, ну, в общем, всякие идеи есть. Вот этот металл тоже я оставлю пока, потому что здесь он толстый, тут проволока. Это пока я оставлю. Это я разрежу потом, уголочки хорошие. Они для разных идей творческих подойдут где-нибудь. Все, не знаю, сколько тут килограмм. Может, эти? Эти? Нет, не эти. Какие? А, вот эти виллы-то? Виллы. Нет, уголочки-то я потом разрежу, ненормальные. Вот это-то может трубы потом. Ну это потом. Ну ладно. Потом. Надо это ревизию провести, рассортировать. Пусть стоит. Можно эти сдать. Ага. Вон там можно, тут много чего можно сдать, оказывается. Мотоблок сдать тоже. Вместе с телегой, короче. Ладно, поехали. Я двери открою. Ну открывай. Все, заводим, поедем, сдавай. Итак, немножко сдали железо. Кузовочек. Часть, то, что мне нужно будет доработать, я оставил, потому что был у меня горький опыт, когда все железо, все, что было, сдали мы давно, уже много лет назад. А потом ходил, это железо покупал за деньги, чтобы что-то дома надо было сделать. Ну, разные идеи возникают, какой-то, допустим, изделие нужно сделать, там, или подремонтировать что-то, или еще что-то. Ну, в общем, нужно железо. Уголочки вот всякие, вот это вот толстое железо, потому что оно же дорого стоит, чтобы покупать. Поэтому я это оставил, пригодится. Листовое железо некоторое. Кровельное еще раньше были такие крепкие листы. Не то, что сейчас профлист идет. Вот оно хорошее, я его оставил. Ну, а потом по мере накопления какого-нибудь железячек всяких, которые не нужны, тоже потихонечку сдадим. Вот. Ну, все, это уже какая-то копеечка есть уже в бюджете, это уже хорошо. Все, сейчас будем заниматься домашней работой. Пока на улице тепло, потому что впереди обещают похолодания небольшие. И вот пока тепло, надо будет на улице поработать. Кое-что сделать, пока дождей нету. Дождики тоже обещали. Вот. Ну а в дожди уже немножко даст нам Господь отдых небольшой. Вот. Ну а потом тепло и опять снова на работу. Ну все. Всем пока. Вот такое коротенькое видео. Ждите следующих новостей.